Ежедневно множество брестчан и гостей нашего города посещают известный всему миру мемориал «Брестская крепость Герой». Задумывались ли вы, проходя через знаменитую звезду, которая является входом в крепость, чей талант смог создать и воплотить в жизнь этот величественный монумент? Эта работа принадлежит заслуженному деятелю искусств, лауреату Государственной премии Республики Беларусь Анатолию Артемовичу, чья персональная выставка, посвященная 80-летию автора, открылась в нашем городе. Сегодня мы представляем, дарим городу Бресту, вот такую в канун Нового года, можно сказать, выставочку известнейшего, выдающегося художника Беларуси, художника-скульптора, заслуженного деятеля Республики Беларусь, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, профессора, педагога Анатолия Ефимовича Артемовича. В работах выдающегося мастера заложены глубокие идеи социального, философского, религиозного и общечеловеческого порядка. Это образ мышления скульптора-монументалиста, который не думает сиюминутными категориями, а мыслит глобально. По такому же принципу создавались и графические работы автора. Экспонаты для выставки под названием «Избранные» отбирал сын художника. Он же перенял от отца его бесценный опыт. Я, как человек, который практически вырос в отцовской мастерской, наблюдал за созданием многих этих произведений, и они мне все очень близкие. Ну, я, так скажем, с его позволения совершил свой такой отбор и постарался перевести в материал и подготовить уже к экспозиции какие-то наиболее значительные, наиболее яркие, как я считал, станковые произведения. Но надо понимать, что эти станковые произведения в свое время были проектами монументов, то есть они созданы с расчетом на определенный масштаб, они созданы с расчетом на определенную социальную какую-то потребность. Ввиду эпидемической ситуации почтенного возраста самому автору не удалось посетить открытие выставки. Однако уже с момента открытия экспозиции виден неподдельный интерес к творчеству известного художника и скульптора. Поскольку я всю жизнь занимаюсь графикой, мне это настолько близко, глубоко и понятно, что я бесконечно рад, что увидел в творчестве Анатолия Ефимовича Артемовича новую грань художника-графика, художника-психолога, глубокого, неподкупного и искреннего. Среди работ Анатолия Артемовича – монумент «Курган славы», памятники Ефросинии Полоцкой в Минске и Франциску Скорине в Калининграде. Он уже сказал свое слово и внес огромный вклад в развитие монументальной скульптуры в Беларуси. Однако талантливый мастер свои 80 лет продолжает творить, и можно с уверенностью сказать, что мы еще не раз услышим о его новых произведениях.